Расскажите о себе. У меня все хорошо. Как обстоят дела с вашей сестрой? Хорошо. Как на работе? Все хорошо. Знаете, я устал слышать от вас это слово, Марти. На букву «Х». У вас не все хорошо. Вы отличный парень, я никому не позволю вас использовать. Терапия работает. Я стал сильнее, свободнее. Я будто под наркотиками. Я их никогда не принимал, но мне кажется, под наркотиками именно так. У этого врача странные методы, я ему не доверяю. Марти, я желаю тебе только добра. Но без доверия у нас ничего не получится. Я тебе доверяю, целиком и полностью. У тебя случилось то, что мы, мозгоправы, называем прорывом. Ох ты ж, Господи. И наше время вышло. Мозгоправ по соседству.